В Люберцах продолжают обсуждать вопросы внедрения системы раздельного сбора мусора. На совещании в администрации подвели итоги выполненных работ и наметили планы на ближайшее время. Раздельная утилизация мусора для города Люберцы – это эксперимент. Он стартовал в начале года и пока представлен только одной специализированной контейнерной площадкой и мусоропроводом нового типа. И пока что заинтересованность населения именно на этих участках очень мала. Люди продолжают скидывать в единый контейнер пищевые отходы, стекло, пластик и бумагу. Из 50 миллионов тонн твердых коммунальных отходов в Российской Федерации – только 5% используется в качестве вторичных ресурсов для производства хозяйственных предметов и материалов. 95% отходов захоранивают на полигонах, которые отравляют воздух и загрязняют подземные воды. Конечно, изменение менталитета – дело не одного дня и даже не одного года. Однако уже за последние 3 месяца люберчане начали менять свое отношение к раздельному сбору бытовых отходов и задумываться о том, что дополнительное мусорное ведро в квартире может привести к изменению окружающего нас мира. У нас много поступает обращений от жителей наших о том, что есть желание, наверное, уже подрос менталитет к тому, чтобы жить по европейским меркам, раздельно собирать мусор. Первый этап эксперимента завершится в июне этого года. По его итогам будет определен самый активный житель, сортирующий мусор. Он будет награжден. И самое главное, эксперимент покажет, готовы ли люберчане уделять внимание окружающей среде и экологии. Исходя из этого, в администрации будут предприниматься дальнейшие шаги. Главная цель на сегодняшний день – обеспечить весь город универсальными мусорными контейнерами, позволяющими без преград разделять мусор. Кристина Манасарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.